6 социальных и 5 коммерческих проектов будут в ближайшем будущем реализованы в Гудаутском районе в рамках совместной программы по развитию сельских территорий Европейского Союза и ПРООН. Стоит отметить, что все они абсолютно разные. Среди них и производство абхазских народных инструментов, и создание форелевого хозяйства, и строительство мини-стадиона, реконструкция школьного актового зала и даже строительство спортивной воркаут-площадки. У нас социальный проект – установка воркаут-площадки на территории центрального стадиона в городе Гудаута. Воркаут-площадка – это одна из разновидностей спортивных площадок, так скажем. Это разновидность разных турников. В общем, чтобы люди имели в свободном доступе такую площадку, могли прийти на стадион и позаниматься спортом. Грант получил и проект по производству экопродуктов. Благодаря программе по развитию сельских территорий у Кристины Барцис появится возможность выпускать натуральную продукцию в собственном цеху. Название проекта «Homemade Ludwig», то есть это продукты, экологически чистые продукты домашнего производства. Сейчас мы написали проект для того, чтобы сделать ремонт в мини-цехе и там уже производить в больших объемах наши экологически чистые продукты. Мы производим варенье двух видов на данный момент, это киви, лимон, фейхоа. Есть аджика, то есть классическая из нашего абхазского перца, то есть не какой-то привозной там, или не порошок, как сейчас. Тоже у нас такое встречается, да? Отборочный процесс проходил в 3 этапа. Оценка независимых экспертов, интервью с членами инициативных групп, созданных в 3 районах республики, и выезды на места. Согласно суммарной оценке, в 3-й тур прошли 14 проектов в Ачимчирском районе, 11 в Гудаутском и 12 в Гагарском. Помимо развития для Гудаутского района, наши проекты позволяют создавать рабочие места и наш проект дает возможность молодым людям получать доступ и к социальным услугам. Грантовая программа Европейского Союза и программы развития ООН, направленная на развитие сел Абхазии, стартовала в 2017 году и продлится до 2021 года. Основная задача всей этой программы, помимо того, чтобы помочь людям, это создать такую хорошую инициативную группу, где люди сами могут принимать решения о том, как район их будет развиваться. Вот в будущем, может быть, мы не будем продолжать программу, но какая-то другая организация захочет такого рода программы поддерживать в Абхазии. И, например, в том же Гудаутском районе уже есть там костяк людей, которые готовы участвовать. Если суммировать по Абхазии, в 3 районах, где мы ведем деятельность, это Ачимчирский, Гудаутский, Гагарский район, мы около миллиона долларов на 3 района на эти вложили в течение 2019 года. После торжественной церемонии подписания соглашения организаторы будут мониторить реализацию проектов во всех районах республики. Гугуцева Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.